привет! Сегодня приготовим очень вкусный и простой обед. К тому же это блюдо из правильного питания. Для начала подготовим грибочки. Убираем у них ножки и очищаем. Мелко нарезаем ножки грибочков. Кладем мелко нарезанные ножки в глубокую миску. Также мелко режем чеснок. И отправляем в миску. Далее измельчаем лук. Натираем сыр мелкой теркой. И тоже добавляем в миску. Добавляем итальянские травы, соль, грибочки тоже немного соли. В миску добавляем сливки и перемешиваем. Наша начинка готова. Фаршируем наши грибочки.
Противень застилаем пергаментной бумагой, выкладываем грибочки и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут. Пока запекаются грибочки, давайте приготовим самый обычный овощной салат. Крупно нарезаем все овощи. Заправляем салат лимонным соком, маслом виноградной косточки, солим и перчим. Засыпаем сверху кедровые орешки и украшаем долькой лимона. Наши грибочки уже готовы. Сервируем. Приготовили вот такой простой салат и запекли грибочки. Желаю всем приятного аппетита!